С Крайзером дуэль. А в каком, мне интересно, спеке с ним лучше играть? Я не знаю даже. Можно и в обоих попробовать. Ну, он сейчас в афлике вообще. Так, а я что возьму? Против афлика? Ну, я возьму... Дамаж... У него... Так, мне надо посмотреть. У него есть щиточек вот этот блядский? Нету. Да, значит, я правильно взял. Возьму дамажащий чардж и раньше экзекут. Короче, я вообще без понятия, как дуэлиться с афликом. Ну, думаю, что в любом случае щитки надо вешать до дуэля. И быстро убивать на прыжках. Так, он берет суккубу. Мастер Фрут ему на русском пишет. Простой русский пацан Мастер Фрут. Пишет на русском. Седак все-таки залетел. Affliction. Давайте немножко подождем, пока он поддает какие-то контроли. Что-нибудь поддает. Вот после этого, наверное, начнем заезжать. Времени тоже не так много, на самом деле. Ой, сейчас ёбну. Ебать, блять. Ну я не знаю, даже Афлик хуй знает против Вара. Он просто, мне кажется, не может выхериться в Афлике против меня, потому что ему меня даже особо не поконтролить. Сейчас попробую с Крайзером Фурика. Ну, в Армсе ладно, в Армсе... Я думаю, что в целом просто он фея Варлок. Я его догоню с тремя прыжками, он не уйдет. А у меня дамаг ебанутый по ним. А вот Фурике уже будет поинтереснее. И что я возьму здесь по талантам? Рэнш Экзекут я возьму. Наверное, возьму вот это. Сыграем так. Дремняшу я не звал, но в БФА, короче, я делал турнир. Я не делал не турнир, я делал, короче, в БФА видос. Типа гайд дуэльный против Варлока. И звал туда Дремняшу. И с ним как раз, ну я с ним знаком еще. Он сам с Дуратара как бы выходец. Он дуэльный чел раньше, он дуэлился в Дуратаре. И я с ним тогда общался. Он типа говорит, типа, ну ты меня типа зовешь. Ну типа я его звал, потому что как бы понятно, что это просто по хайпове, да. То есть все-таки это известный игрок. Я в рефлексе, но тем не менее седак. То есть меня сбили, успели сбить. Вот, он говорит, типа у вас в Дуратаре куча Варлоков, которые лучше дуэлятся. Действительно так, он дуэлился... С Адву тогда, хотя вроде недавно он дуэлился с Адву, Адву ему вроде как даже проебывал, Адву говорил, ну, в любом случае. А по поводу, я понимаю, всех вот этих вот челов, которые там с высоких рейтингов арены и все такое, я их всех позову, но когда придет время, когда будет турнир на деньги, мы всех их успеем увидеть. То есть не, я имею в виду не только на этих турнирах непосредственно на деньги, я имею в виду, что мы просто их сможем позвать в наш... чемпионат, там, на шоу-матчи и все такое. Вот. Я не тороплюсь с этим. У меня большие планы, на самом деле, на количество вот этих вот игроков, да, которых я хотел бы позвать. У меня большие планы, но надо, чтобы прошло время. Блять, ну нормально он у меня под бурстами. Он, во-первых, мои бурсты пережил чудесным, невероятным образом. Я его тоже пережил. То есть мои бурсты, казалось, что он уже сдох. Возможно, я сейчас рано подхилился. Да, но он хилится как зверь тоже, блядь. Он хилится тоже как зверь. Фейкнул меня тоже. Хочет до Кайла дожить. Да, он дожил до Кайла. Бля, как его хилит Дрейн. Я охуеваю. Слушай, ребят, давай я сейчас чекну после дуэли. У меня бурсты отходились, но у меня есть койл. Пока у него есть койл, я не хочу нажимать свои бурсты. Вот сейчас я их нажму.
Я еще нажал вместе два бурста. И Николорский щиток, и свой обычный. И походу сейчас полностью их все проебу. Кайфово. Кайфово, кайфово. Надо за этой обилкой надо следить. Когда она там на КД, когда нет. Да сука, хватит меня фейкать. Сейчас, кстати, продамажу Блэйдштормом. Окей, сейчас будет неплохой урон. Он призвал этого черта, сейчас будет бешеный дэмэдж по мне. Я дам, пожалуй, два ластенда. И я сейчас буду как бешеный захиливать. У меня есть тринкет еще, я тринканул койл. Тринкуем койл. Это пиздец, он дрейном захиливается. Ад просто. Просто адище. Под следующий кик темной школы надо будет щиток скастить. Он же не может мне... Или он может мне кикнуть? Я тоже не очень понимаю, как кики работают у варлоков. Я вообще с киками дел-то не имею особо. Практически никаких дел я не имею с киками. Оп. Я бурсты нажимаю. Да ну нахуй. Ладно, у меня есть рэмпейдж. У меня есть чарж. Все. Меня Крайзер спрашивает, типа, ты играешь 2 на 2 в фуре? Он спрашивает, ты апнул 2600 в фуре? Пишут, да. Он пишет, nice. Thanks. Он пишет, я хочу сделать вара. Что, он хочет себе фурика сделать? Он пишет, я играл в фурики в БФА. Фури варьеры, имел 2400. In first SL season I up 2 6 3 4 arms cheap shot. Stronger sprint. But fury can vanish play step. If you wanna play fury you can. Ну надо же, блять, будет фуриком, ёб твою мать. У меня будет конкурент жесткий. Ну хотя я теперь не только фурик. Better, не струн, не, ну строн типа сильнее, стронгер, чё это? В смысле, блять? No. The capital of the great Britain. Да, да, чат гиена, я понял вас. Хейтеры на зрителях. If you wanna play fury, play fury. Я написал, if you wanna play fury, you can. Даже это, я не построил такую конструкцию.